Досыць часта сутыкаюся з тым, што супрацоўнікі міліцыі патрабуюць рабіць нейкія абсурдныя рэчы. І калі ты гэтага не робіш, яны кажуць: «Вы адмаўляецеся падпарадкавацца супрацоўнікам міліцыі», намякаючы на адміністратыўную адказнасць за непадпарадкаванне законным патрабаванням супрацоўнікам міліцыі альбо нават крымінальную адказнасць за супраціўленне супрацоўнікам міліцыі. Але яны заўсёды замоўчваюць момант пра законнасць патрабаванняў. Так, і перавярніце прозвішча. Майор міліцыі Клыбік Ігор Міхайлавіч. Прашу вас представіць. Вольга Чайчыц. Паказаць сваё удостоверение. Я иностранными языками, извините, не владею. Но это ваш проблем. У вас должно быть на белорусском языке, либо на русском языке. Ну то, что вы мовы не ведаете, ваша проблема зараз. Есть и такое. Это международное посвящение. Во всем свете разумеете, а вы нет. Я не разумею. Кем оно выдано? Беларуская ассоциация журналистов. Але мы, как и громадяне, маем право тут быть. Ты так думаете? Не, мы это, в этом это уверены. Быть, но не снимать. Збирать информацию. Збирать информацию. Выйдите, пожалуйста, сюда в коридор. Мы мусим слухаться ваших законных потребований. Какое законное потребование? Огучите артикул, по яким я повинна туда выйти. Для того, чтобы не мешать проведению собрания. Мы не перешкоджаем, мы спокойно тут хочем. Так я вот хочу снимать. С вами сейчас выйти поговорить, мы с вами закончим, вы, если что... Коли бы это были законные потребования, мы бы вышли. Это законные Чем законность? Еще раз повторяю. Вы мешаете проведению собрания. Нет. Да. Мы просто тут находимся. Вы ведаете, что в криминальном кодексе есть артикул за заминание працы журналистам? Я все ведаю. Кодекс я ведаю. Супер. То есть мы не порушаем, и не мы не порушаем и... Стремлюсь его не нарушать. Аналогично. Мы то же самое робим, али вы нам заминаете у журналистской працы. Скажите. А если я на телефон буду снимать? Да, можно. Можно мне? Можно. А так нельзя? Почему? Интересно. Пускай снимает. Может, нам лапшу будут вешать? Да. Как обычно. Если этот человек имеет статус журналиста средства массовой информации, я думаю, надо предупреждать таких лиц вообще о том, что они совершают уголовно наказуемые преступления, то есть препятствование законной деятельности журналиста. Именно закон о СМИ гарантирует журналисту право находиться в местах проведения массовых мероприятий, других каких-то мероприятий. Попытки ограничить его в этих правах необоснованные являются не просто нарушением прав журналиста, они являются уголовно наказуемым преступлением. Закон защищает права журналиста, и это правильно, поскольку функция его в нормальном обществе является очень существенной, соответственно, у него есть дополнительные гарантии и правовая защита его вот такой статьей защищается. Вот, поэтому надо в первую очередь предупредить человека, что он совершает уголовное преступление. Первое, что и самое лучшее, что вы можете сделать, это сказать им одразу про то, что вы пробачите, вы порушаете закон, так, и снова-таки вы ловите те самые моменты, которые, например, они пропустили в сенсе, когда они подошли до вас и одразу сказали, что вы не имеете тут права находиться, так, когда, например, не представились. И когда вы им начинаете так, пробачьте, коли ласка, вы не проставитесь, проставитесь, коли ласка. Начинаете с ним размовлять и уже как бы оттягиваете троху их на вот эту как бы, уверенность, так, что они таким худким блицкрыгом, так, примусят тебе робить то, что в принципе ты не хочешь робить и на что маешь право. Тому и снова таки вы начинаете вельми фактологично, ну, вы мусите ведать до этого уже, так, на что вы маете право. И вельми спокойно, тактовно про это им казать. Ну, и знову таки, коли они уже, вы бачите, что они уже на меже и готовы применять силу, то, ну, конечно, в любой ситуации варто думать, насколько важно и насколько вы можете все-таки застаться в этом помешкании, например, так, на слуханиях. Але, коли уже бачите, что переходит эта межа и что они становятся агрессивными, то варто, конечно, хоть и незаконным, але и знову таки подчиниться деяниям.
Единственное, что, наверное, я бы порекомендовал избегать случаев ответного применения насилия. Как показывает практика, ни к чему хорошему это пока не привело. И все случаи в ответ пытаться что-то сделать людям, облаченным властью, они приводят только к более негативным последствиям.